Я, кажется, нашел свои очки, ребята. Супер. 400. Ничего себе. Во. Вот это круто. Вот это мне понравилось. Максимум. Максимум. Башка. Мои старые очки проверяем. Слушайте, мы нашли крутое место. 400. У них у всех должны быть. 4. О, мои, значит, тоже классные. Полиризе. Вот мои классные, значит, тоже были. 2 года я в них отходил. Саня, какие-то гузель. 400 тоже. Горизонтальные блики убирает. Например, с воды убирает блики, с дороги. Там, вот с таких поверхностей. Там, от капота машины, например. То есть от горизонтальных поверхностей отражение блики убирает. Это полароид. А УВ-фильтр это... Ну, УВ-фильтр как бы, да, важнее. Он солнечные вот эти вот лучи гасит, которые вредные для глаза. И как он говорит, что это как раз УВ-400. Это самый такой сильный, ну, самый хороший. Смогу ли я жить без поляризации очков? Покупал тоже очки 2 года назад. Но видите, они уже прям потертые очень сильно. И отслаиваются. И уже поцарапанные стекла, да. Хочется обновить уже очки. Я уже 2 года их проносил. Как я их заиспользовала, да? Да. Кстати, да, уже точно надо менять. О, нет. Она уже... в них плавает, купается. И смотрите. Да, да. Они у меня и подводные. Уже от моря, да, уже все. Магазин M-Optic называется. Потом вот этот вот есть Atasun Optic. И еще вот этот один. Вот. Opar Optic. Сейчас в него мы как раз и зайдем. Но, кстати, я смотрел здесь, выбирал очки, и мне более-менее что-то вот такое подошло. Вот. Так, цена 770 лир, потому что есть здесь очки по 1500, и по 2, и хоть по 5000. Разные цены. Я вот не могу выбрать из 3. Вот эта модель. Так, вот эти тебе неплохо. Они с полароидом, да? Да, с полароидом. Это 1100, ну, значит, за 1000 будет. Наверное, 100 лир скидка. Эти тоже полароид. Чуть-чуть другая форма, но на щеки мои. А, вот здесь вот не должны на щеках лежать, да, очки, мне, получается? Мне, по крайней мере, дискомфортно. А вот эти нормально тебе были, да? И вот эта модель мне понравилась. Сейчас посмотрю, она с полароидом, а она без полароида, к сожалению. Ага, то есть вот здесь вот картинка должна меняться, да. Вообще могу рассказать, как вот без всяких картинок проверить, полароид или нет. Ну вот, смотри, я включил экран. Ага, ничего не поменялось. Это были без полароида. Это без полароида, да. А эти? О, потемнел. И вот этот тест тоже. Да, да, вот, видите? Вот так вот видишь, так видишь, да? Да, светлый экран. А так темнее, так, да? Так темнее. Вот так можно просто проверить, да, полароид или нет. Mm-hmm. Если нет у вас картинки специальной, но здесь есть такой тест. Качевый фильтр. Дортьюс. Дортьюс? Нерде язы? Bunların içlerinde zaten biz biliyoruz. Bizim markamız. İtalyan markası. Ultraviolet 400'e koruması var bunların hepsinde. İtalyanская марка, говорит. Dortius UV filter. А, вот он говорит, что 400. Gerçekten? Hepsi 2 гарантия. А, 2 года, 2 года гарантия? А, если что-то с ними случается, такое, ну что не сами сломали, а что-то там отслоилось или еще что-то, краска начинает облазить, то могут поменять в течение 2 лет. Мне кажется, для качества это оптимальная цена. Ну да, но они их тоже на какую-то экспертизу отдают сначала. Если ваша вина, конечно, там, если найдут на них морскую соль, еще что-то, то, конечно, вам ничего не поменяют. Вообще в очках плавать как бы... Нет, ну в этих я плавать не буду. Не знаю, не знаю. Ну, не уверен, нравится. Не уверен. Мне нравится эта форма. Нравится? Сколько они стоят? Слушай, нравится, но... Цена неплохая, 700 лир, да? 700 лир, если скидочку сделают. Давай, вот эти, думаю, в общем, смогу. Берем на заметку. Да. Давай походим сейчас, но сегодня мы точно купим. Мы сегодня еще вернемся сюда к 6 часам, потому что мы взяли билеты в кинотеатр. Пойдем в кино,
И, наверное, купим эти очки, если другие лучше не найдем. Да? Они нравится? Хорошие. Ну, они вот без лишних вот этих украшений, которые мне не нужны. Да. В общем, в этом магазине мы присмотрели себе очки. Где-то в районе 700 лир. Ну, это нормальная цена сейчас считается. Вот мне этот... еще понравилось, да, что консультанты такие вежливые. Лишний раз, ну, не мешают тоже, чтобы человек сам определил свой выбор. Ну и когда нужно, с удовольствием охотно все покажут, подскажут, помогут. Да. Так, идем. Идем в следующий магазин. Вот. Атасун Оптик. Какие-то очки. Тут вообще ценовой сегмент очень низкий. Начало от 250 лир. Так. Здесь так. А, вот эти. Да, я себе вот эти вот. Вот в этом магазине я себе присмотрел вот эти очки. Так, цена, ну, 650 лир. Вот. Вот видите, вот так не видно, да, что написано Polaroid. А через очки видно. Polarize написано, видите? Я думаю, камера тоже передает. Немножко узковатые. Я бы хотел чуть-чуть пошире. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, я только не поняла, это поляризация? А вот здесь вот посмотри. А, это не Polaroid. UV-фильтр кач? UV-фильтр. Dirt use? 400. Ну, мы как уже объясняли, Polaroid это для водителей, для рыбаков. Ну, кстати, мы часто на море... Для пловцов. Да, мы часто на море бываем каждый день. Кстати, да, в Polaroid комфортно. Прям вода просвечивает, и нет бликов от солнца, которые по поверхности воды идут. Не знаю, мне кажется, нам надо брать с Polaroid, потому что мы возле моря сейчас живем. Ну, хотя я больше для города беру, а в старых буду на море. Также нырять в них. А, вот так ты хочешь? Да. В новых по городу ходить, а в старых так купаться дальше, да? Да. Ну, если только так, то ладно тогда. Так, 7000, вот, смотрите. Это Tom Ford. 7000 лир, вау. Сейчас уроню 7000 лир и разобью. Кстати, мне вот эти очки подошли. 3300. Сережа, смотри, как красиво сделано оправа. Ну да. И это мне идет. А, это тебе подходит, да? О, слушай, точно. Классные очки. Сколько стоят? 5500. 5500 всего лишь. 500, а, кстати, картинку видно? Лен, Polaroid видно или нет? А, без Polaroid. Без Polaroid, только UV-фильтр есть, да? А я заметила, кстати, вот мне такие... кажется, тебе вот эти пойдут. О, ну-ка, приодень. О, меряем дорогие очки. Вау! Вот эти вот очень мне понравились тоже, хорошенькие. Хорошие очки, цена 3700. Но я не буду покупать за 3700. Слушай, вот эти, кстати, оригинальные 2,5. Prada, да. Вот. Ты же говоришь, только положительно, Сережа. Да, только положительно. Отрицательно люди и сами заметят, и увидят. Да. Так, возьму в другую руку. Сережа, солнце светит, да? Да, очень даже. Моптик называется. Ну, мы в него заходили, ничего что-то не нашли. Цены здесь такие не маленькие. Но выбор тоже не особо. Ну, посмотрим. Ну, на любителя. Да, на любителя. Вот. А, кстати, вот эти очки мы 2 года назад именно в этом магазине покупали. M-Optic. Ну, что, простые очки. Ну, да. Средний ценовой сегмент, как говорят нынче. Ну, в общем, ребята, кто ищет очки, вот в Марканталии на первом этаже, вот сразу как заходите, видите, вход, заходите и туда сразу, в ту сторону. Три магазина...
абсолютно рядышком. В которых продают очки. Какое солнце! Вообще, я не представляю жизни в Анталии без очков. Да. Ну, реально. Это как в басне Крылова, в общем, мартышка и очки. Вот. Это сегодня про нас. Мартышки и очки. Да, но там, конечно, мораль какая-то есть в этой басне. Мартышка не знала, что с ними делать, а мы-то знаем, для чего они нужны. Ну да, там мораль про невежду. То есть невежда может не ценить что-то такое качественное, что-то хорошее, не знать, что с этим делать, как этим пользоваться. Вышли мы из Марканталии и идем в сторону моря. Да-да, вот там на первой береговой линии. Когда 2 года назад мы тоже искали очки, там было прям несколько магазинов рядом. Вот такая вот жаришка. Вот еще очки и вода. Это вот два, без чего невозможно. Так, здесь вот светофор. Пошли быстрее. О, все. Все, вот, вышли мы на улицу, копалы ел. И здесь тенечек, это хорошо. Потому что здесь, видите, здания высокие. Здания высокие с двух сторон, и здесь тенечек сейчас. А, вот тоже магазинчик, тоже очки продают. Написано «Гёзлюк». «Гёзлюк» — это очки. От 150 лир. Вот здесь и дальше Old Bazaar, там тоже продают. Так, посмотрим. Что здесь? Так, заходим. Смотрим и удивляемся. Ну что-то прям вот ничего в глаза не бросается пока. Даже Шанель. Шанель есть. УВ-фильтр в армии? УВ-фильтр. УВ-фильтр. УВ? УВ? Тоже говорит 400, УВ 400. Дорт Юс 400. Вот, кстати, это две торговые улицы. Это улица Копалы Йол называется. А параллельно ей идет улица Гюлюк. То есть ее еще переводят как улица Рос. Вот эта улица, здесь магазины. Она закрытая, здесь даже не ходят автомобили. Только люди. Только люди, да. Вот. А так ходят машины, видите, пересекают. А вдоль улицы только вот можно увидеть велосипеды или вот такие мопеды. Вот. И здесь, видите, много обменников. Курс всегда здесь нормальный. Вот. Видите, обменник. Сейчас за доллар дают 26 лир. Так, за евро 29 лир. Все, переходим. Дальше будет Old Bazaar, а там уже старый город. Вот Калеичи старый город. Здесь такие барбосики тоже лежат. Млеют от жары. Да. Пойдем в магазин под коньки. Кстати, вот это... Вот тоже магазин очки продают, да? Так, вот эти желтенькие. Интересно мне посмотреть. Так, цена... 495 лир. Слушайте, цена нормальная. Дортьюс, доксан? Нормальная цена. Чуть-чуть мне маловатые, но... Так сидят как бы ничего. Легкие прям. Хорошие. Интересно, да? Вены всегда интересные идеи появляются. Анализы сдать, зрение проверить. Все в одном магазине. Так, что там? Да я вот смотрю, какую за прав померить. А, да? Какие модные очки я нашел. Маловатые мне тоже, маленькие. Кстати, вот картинка, тест. Балык йог? Не полароид. Если был бы полароид, я бы видел рыбку.
продать. Ну, да, тут простая. Цены получаются получше даже, чем в Маркантале. В Маркантале такие 700, 800 лир, 900. Здесь вот 500 лир, да? А на скидке только вот этот ряд, вот этот, 4000 лир. Да-да, это там дорогие уже. Ну интересно, они тоже не полароид. Вот так вот. Прям сидят хорошо, легкие такие, классные. Но не полароид. Вот сразу отличается вот оправа, да, смотри, какая. Да-да-да, хорошая. Такая плотная. Качественная. Ой, сколько же они миллионов? 4000. 4000. Нет, 5590. Чок Гузель, Гузелюк. Вот зашли мы все-таки на Old Bazaar. Old в переводе старый, старый базар. Вот этому месту уже примерно сколько, 200 лет. Или, или больше даже, 300. Посмотри, как стерты кирпичи за 200-то лет. Нет, дорогу уже ремонтировали. Не-не-не. Дорогу уже делали. Но интересно, вот сейчас вот мы входим. Видите, стены старинные. Вот они, стены. И здесь раньше был постоялый двор. То есть люди на лошадях, путники приезжали. И здесь на первом этаже оставляли там своих лошадей, а там гостиница сверху. Вот, сейчас зайдем, посмотрим. Вот, видите, сюда приезжали, парковали лошадей, а сверху была гостиница, харчевня какая-нибудь, покушать. Ну, тут видно уже такое все, да, отреставрированное. Да, да. Ну, понятно, да, древние. Конечно. Ну, вот эти-то точно постройка, наверное, середины 20 века. Вот эта вот верхняя часть осталась. А, кстати, там сейчас тоже кафешки. Ага, да-да-да. А вот здесь, кстати, продают украшения. Этот сильвер, это что, серебро, значит? Сильвер, серебро, 925-я проба. Hello. Какие самоцветы симпатичные. А этот камень называется вот султанит. Вот, видите, он цвет меняет. Там красный, синий, зеленый. Сколько там, 6 или 9 цветов, что-то такое. Серый какой-то, да-да-да. Оправа серебро и камень получается. Пардон, пардон, пардон. Так, вот. Мы сегодня не про серебро, а про очки. Да, серебро в другой раз покажем. А, разные бренды говорят. Gucci, Louis Vuitton. Разные брендовые очки. Это не брендовые, конечно. Ну, понятно, да. О, вот такие вот точно, как у меня сейчас. Ну, кач лира? 600 лира, да? Понятно. А вот эта вот каменная дорога, похоже, старая, да? Ну, по крайней мере, камни точно старые. Потом, может быть, их на новый цемент просто переделывали. Войрун? Ну, тоже можно часики посмотреть. Разные. Вот еще один магазинчик увидели. Вот, интересно. Например, вот такие. Ну, кач лира? 1200 А вот, Сережа, вот смотри, вот эти модели, которые я хочу в широкой оправе посмотреть, тоже есть. Şurada test resmi işte arabayı görüyorsunuz şöyle. Tamam. Güneşe de bakabilirsiniz. Машинки появляются. Понравился цвет такой, как лаванда или что, какой-то цвет такой фиолетовый. Интересный. Ama bakın güzel görünüyor. Ооо, через них смотреть как интересно. Tamam,
Вот, да? Рай. Дай посмотреть. У тебя такие же. Это такое же стекло? Да, у тебя такое. Башня с часами, видите? Раньше верх был совсем другой. Были такие шпили, как на сторожевой башне. Да-да, я помню. А сейчас сделали так же, как в мечети, вот такой купол. Одним ансамблем теперь смотрим. Ну, да, все как бы под одно, да. Да-да-да. Переделали верхушку только. А часы еще не открыли, видимо, на реставрации еще. Ну так даже гармоничнее смотрится. Ну да, так красиво. Красиво, да. Вот. Поставят часы и потом, наверное, уже откроют. Да, реставрация уже почти год идет, да? Ну уже долго, да. Уже, наверное, год примерно закрыто. Вот. Через полтора часа начнется уже наше кино. Мы купили билеты. В Марк-Антале на верхнем этаже сегодня пойдем в кинотеатр. Есть у нас еще часочек, чтобы погулять, поискать очки. Где-то, вот смотри, оптика. Вот. Это мы идем вдоль рельсов, это рельсы, по которым ходит старинный трамвай. Ретро-трамвай, да, вот, ходит как раз. Это вот старый город Калеичи, вот, туда спускаетесь, там корабли старинные, вот эти туристические стоят, пиратские разные. Угу. Старый город, можно погулять. А здесь вот прям несколько таких магазинчиков, где можно очки посмотреть. Ну вот очень хороший магазинчик нашли. Здесь, правда, вот сразу видно, что такие очень интересные модельки. Держи, не отпускай. Твои седые волосы покажем на ютубе. Вот, Шекирлер. В общем, здесь тоже под всякие бренды сделано. Вот. Здесь можно найти что-то интересненькое. Например, вот такие. Какая цена будет? Ну, это дорогие, 5900. Полароид? Нет, Полароид ДИЛ. Полароид ваш. Другие. Полароид, Прада. Прада Полароид. Вот самолет видно. Ничего себе, тут очков сколько. Выбор на любой вкус. Да, это вот, представляете, это все очки. Вот. Ну, чоквар. Много. Вот эта стоечка, вот на этой стойке очки можно купить со скидкой. Ну вот, например, вот эти вот очки будут стоить 1190 лир. Ну вот они все по такой цене. Бу Сонфиан. Интернет. Еще чуть-чуть скидку сделают, говорят. Ничего себе, какие они гибкие, смотрите. О, не ломаются. Такие прочные, качественные. Да. Видите, как? Чок Бузель. Качлира. 1190, да. С полароидом, да. УВ кач. УВ 400. 400, УВ-400. Да, вот, кстати, неплохие здесь модели. Хорошие. Ну, цена, в общем, 1200. Нормальные очки можно взять за 1200 лир вот здесь. Вот сейчас показывали тоже хороший вариант, да. Здесь аптека и тоже что-то какие-то очки продают. Давайте посмотрим, зайдем. Такой отдельчик есть. Прям вот напротив площади здесь, где вот этот памятник большой стоит. 600 лир вот эти очки. Кстати, неплохие, мне нравятся. И полароид, вот я вижу здесь рисунок, рыбка. Вот так вот не видно, а через очки, вот. Кодер драйвиш. Вот. Болур. 50 лир скидка. Бу бак, бак, бир сани, бак, кимди. Бу поляризайди заманда. Чок гузели. Бен, ильк дефа бакюрим. Бу аппарат ады не? Ады не, бакалым адына. Анти УВ лес. Анти УВ? Лес, анти радиатион детектор. Детектор, детектор. Надо же, первый раз вижу. Чок гузель. Слушайте, мне вот эти очки понравились. Прям. Но они, видишь, они синие. Башкарэнг в армии? Башкарэнг. Сияк. Бу модель. Прям, знаете, цена
550 лир. Отличная. Отличная цена. И по форме мне они понравились. Сунок. А? О, слушайте, как четко. Я, кажется, нашел свои очки, ребята. Супер. А, бурда. А мы попробуем специаль. А, вот, видите, антискользящая. Короче, мы нашли место очень... Очень классное место, рекомендуем, ребята. Да-да, это... Синин Адыне? Арда. Арда? Бен Сергей. Сергей. О, все, покупаю я очки, ребята. За 500 лир договорился. Сделали скидку. Ильк Фиат Ханге. 600 лир было, да. 600 лир были очки. Вот. А, бирка вот здесь висит, 600 лир, да. А мне продали за 500 лир. Вау! И, кстати, мы здесь их проверили, убедились, что они полароид, во-первых. И, во-вторых, мы проверили вот на этом аппарате. Вот. Это аппарат, короче, детектор. Детектор УВФ-фильтра. Да. УВФ. Лена отдохнула, посидела. Я тут наслаждаюсь под кондиционером. Теперь свою пойдем модель я не нашла. Тебе искать. Я себе нашел сама очки. Все, Гришурус, ты чекерлер. И мне еще подарили вот такую салфеточку и чехол. Супер. For you. Джо Мертли, Адам. Щедрый. Чок Гузель. Все, колай Гельсин. Гришурус. Бай-бай. Ребята, можете меня поздравить. Вот мои очки новые. Поздравляю. В старых я проходил 2 года или даже больше. Да, вот так вот в Турции переезжают, видите? О, 2 лифта. О, мараба! Жарко, видите? Да, там. Вот так вот. Идет работа. О, чё, Гузель. Все, поздравляем тебя тоже с покупкой. Ты Бриклер. Игнер. Ну что, посмотрим, что тебе купили. Так интересно, да с тобой так. Ой, как они упаковали, здесь все прям. Миленько, так. Ой. Как миленько. Так миленько. Так. А тут еще одна. А в коробочке еще коробочка. Слушай, какая коробочек-то есть? Сколько, слушай. Ух ты. О, так вот. Еще и зеркальце. Зеркальце, платочек положили. Платочек есть. Да? Сумочка внутри. Вот платочек. Платочек и сумочка. Сумочка, все, в общем, у тебя. Ой, ну прям мне понравилась эта фирма. Примадонна называется твоя. Будешь у нас Примадонна. Я довольна этими. Не, классные, очень хорошие. Тебе идет. Вот так вот сегодня с утра мы ездили на велосипедах на море. Брали с собой завтрак, завтракали. Теперь купили очки, а сейчас мы в кинотеатре. В общем, весь день развлечения. Да. Там 5 салонов и по той стороне еще 3 салона, да? Вот здесь можно купить мороженое, напитки холодные. Фильм, естественно, будет на турецком языке, и субтитры будут, либо наоборот, может быть, на английском, но субтитры на турецком. Ну, сейчас посмотрим. Видишь, как оказывается отсюда хорошо видно кафешку, фудкорт. Надо же, как-то суперсимат. Вот так, мы там сидим кушаем, а с кинотеатра на нас смотрят с коридора. Так вот, ребята, когда сидите в фудкорте, знаете, что на вас смотрят. Здесь среди молодежи, как популярно, как в Турции любят ходить в кинотеатр. Вот, у нас салон номер 6, 6. Заходим. Так, G5, G6. 5, 6. Так. G, ты имеешь в виду D или нет? Ты так называешь G? G это вот.
Г. Вот это вот тоннаж ряд. Пятое, шестое место. Ой, как хорошо, прохладненько, супер. Yes, Barbie changed everything. Then she changed it all again. All of these women are Barbie, and Barbie is all of these women.